Доброго дня. Отже, з нами сьогодні людина, один з героїв Харківської наступальної операції. І ми використовуємо його псевдо Захар. Захар, вітаю. Доброго дня. Отже, з моменту наступу минув вже фактично місяць. Да, вже місяць минув. Що для вас запам'яталося найбільше? От як ви зараз, оцінюючи, маючи можливість передивитись назад, які у вас найбільш яскраві враження від того, що ви зробили один місяць тому? Ну, саме яке впечатлення, це, мабуть, то, когда заходили к ним на позиции, на укрепрайоны, насколько они были подготовлены со своей точки зрения к оборонительным действиям и насколько они не были готовы к тому, что мы будем массово наступать. Конечно, гениальный замысел руководства, государства военного, нашего политического руководства, все планирование операции, подготовка к этому, когда сначала было разрушено их тылы, потом артподготовка, и потом сам момент наступления, и, судя по всему, они не были к этому готовы абсолютно. Когда зашли на позиции, нас очень сильно удивило их фортификационное сооружение. Они были закопаны, окопаны, они были готовы к обороне, и они там стояли месяцами. То, как разбивали они наши позиции, они не давали нам возможности туда закопаться. И в день, когда мы пошли, это было сложно, мы теряли своих друзей, мы шли вперед. И мы когда узнали, что взяли Изюм, мы же работали в Балаклейском направлении, то мы все были приятно удивлены. Это гениальнейшая военная операция. Ми всі так думаємо. Ну, от я був на позиціях Москва і Пітер, які справді блискуче з інженерної точки зору побудовані. В чому був тоді секрет вашої атаки? За рахунок чого вдалося такі сильні позиції захопити? Вони не ожидали, що пойде піхота. Вони не були готові к стрілковому бою, активному бою стрілковому. Їхні позиції не були оборудовані для активного наступления піхоти. Они не были к этому готовы просто. У них не было отходных путей, были позиционные окопы. И вот они в позиционных окопах фортификационных сидели. А мы мобильные, у нас только противотанковое ручное оружие, стрелковое оружие. И при поддержке танков мы шли вперед. Но они не были готовы к тому, что выйдет на них пехота со стрелковым оружием. Это, наверное, был фактор неожиданности. Скільки тривав весь бій на Байраку і на Новій Гусарівці? Операція почалася 7:30. Бой був більше часу. І потім вони почали відступлення. І вже коли ми почали рухатися вперед, вони уходили від своїх позицій. Перші сутки це було зачищено Нова Гусарівка, Байрак, Щуровка. Второй день это уже мы перешли в Северский Донец и начали операцию на том берегу Верховатки. Да, они еще сопротивлялись, но потом все-таки они прибегли к бегству. Ну, вам протистояли російські морпіхи із Калінінграда. Наскільки ви оцінюєте їхню професійну готовність? Наскільки вони були справді елітним підрозділом? І чи були таким? Вони спочатку оказували сопротивлення, но опять же говорю, грамотность постройки всей операции, артиллерия, которая работала, она помогала им продвигаться вперед. Были очень точные удары, они явно не ожидали этого, не понимали этого. И они совершали много уже, вот на тот момент они начали совершать стратегические ошибки. Мы, как понимаем, даже командование не давало никаких адекватных приказов, и уже рядовой состав действовал на усмотрение и просто хотел остаться живым.
Чи, чи правда, що там на позиціях майже не було або взагалі не було їхніх офіцерів? Ми з ними не сталкивалися. В основному рядові. Це, можливо, фактор того, що вони все-таки побіжали. Вони вирішили зберегти свою життя. Хоча при цьому кілька місяців вони нам не давали спокійно жити. В прямому сенсі, спокійно жити нам не давали ні одного дня. Що ви побачили, коли зайшли на позиціях? Скільки там було озброєння? У них на кожній маломальській оборудованій позиції було дуже багато протитанкових средств, як сучасних, так і совєтських. Були крупнокаліберні пулемети, були АГСи. Вони упаковані були. Ми навіть удивились кількістю БК на позиціях. Огромне кількість БК. Когда мы заходили на подготовленные позиции, где работали танки, артиллерия, нас тоже поразило количество выстрелов, которое было совершено в нашу сторону. Они себя там чувствовали вольготно и, можно сказать, безнаказанно какой-то период времени. Они были подготовлены. Количество БК, которое мы нашли, ну, там можно было воевать годами. Встречали, опять же, встречали как и старое БК, так и современное, 22-го года, 17-го года, 18-го года. Встречали редкие экземпляры вооружения. Нашли управляемые, корректируемые снаряды как для артиллерийских установок, так и для танков, что тоже нас удивило. Они тратили средства, один выстрел стоит много денег. И так потом они бросили и ушли. Наскільки я пам'ятаю, коли ми тоді дивилися всі ці трофеї, там на одному з російських фаготів були рештки черепної коробки одного з російських морпіхів. Ви сказали, що це ви його вбили. Так буває. Можете пригадати цей момент бою, як це сталося? Там все активно. Ми швидко йшли. И вспоминать это... Очень сложно такие периоды времени вспоминать. Mm-hmm. Ты на этом акцентируешь внимание уже потом. А так ты просто идешь вперед. Mm-hmm. Наскільки змінила хід війни для вашого підрозділу нова зброя, яку ви отримали? От ви зараз озброєні легкою стрілецькою зброєю американською М4. Наскільки вона міняє бій для вас? Для меня есть понятие 3 секунд, когда я как солдат во время активной фазы и стрелкового боя думаю только о поражении противника. И вооружение позволяет мне так себя вести. Как только я начинаю думать о боеприпасах, о каких-то невоенных вещах, о том даже как перезарядить оружие, я становлюсь медленным. Оружие, которое нам выдает наши сборные силы, нам помогает Америка, позволяет действовать быстрее и эффективнее. Я как солдат становлюсь эффективнее. Что можете сказать про профессиональные и моральные качества нашего врага? С каким вы столкнулись? Насколько он стойкий взагалі в бою? Есть, которые сопротивляются до смерти. Не отходят. Их не так уж и много, но есть профессиональные военные и противник. Во-первых, надо понимать, что даже смотря на их сооружения фортификационные, это делали профессионалы. Как их расставлены точки, как они окапывают, как они закапывают свою технику, как они размещают личный состав. Там тоже есть разный контингент. Мы видели людей с отсутствием вообще любой морали и есть, когда заходишь в дом и понимаешь, что здесь жили профессиональные военные. Даже оборудование и его внешний вид о том говорит, что человек, находясь в полевых условиях, за собой ухаживает. Но основная масса не готова умирать. Скільки відсотків росіян вдалося втекти от під час штурму, за вашими оцінками? Скільки їх? Скільки змогли втекти? Не потрапили в полон, не були вбиті? Ну, я як сержант, я не можу знати кількість, яке там було. Ну, думаю, процентів 50 змогло уйти.
не больше. Опять же, мы же прекрасно понимаем, что могут уходить те, у кого есть транспорт. Это обычно руководство или какие-то спецподразделения. Рядовой состав, он остается, он погибает. Была такая информация, что они стрибали в речку Сіверський Донець, перепливали, и что это бачили, в том числе, из коптеров. Я не видел этого, но случаи были, что они даже прыгали в полном оборудовании и не успевали переплывать. Як вам виглядає оцей відступ росіян? Чому він був настільки швидким і чому так багато вдалося звільнити за такий короткий період все ж таки? Здесь, наверное, все-таки в психоемоциональном состоянии. Мы знаем, что мы делаем. Даже когда мы теряем своих друзей, у нас есть погибшие наши товарищи, наши раненые друзья. Мы их вывозим, выносим и идем вперед. А они ведь не понимают, почему они здесь находятся. Это видно в их выражении. Даже когда они, отступая, бросают вещи, мы же видим, что они уносят от нас. Они не пришли сюда завоевывать, они не понимают своего нахождения здесь. Зачем они здесь находятся? А когда начинают они нести потери, они прибегают к самому простому способу – убежать. Наверное, это разница в нашем мировосприятии, вообще полностью в мировосприятии, в происходящей ситуации, что они делают, что делаем мы, что делают они. Але ж їм все ж таки допомагають. Є колаборанти, в тому числі на Харківщині тут, які їм активно сприяли. Можливо, їх не так багато. От яка мотивація тих, хто допомагає росіянам? Фінансова, ідеологічна основа чи, можливо, інша? Ми теж з ними сталкиваємося. Є, які їм війна дала можливість проявити свої худші фантазії. І противник це підтримує. Материальное. Но больше всего, что это люди, у которых низкий социальный статус, наверное. Им позволяет война и противник вести себя не по-человечески. Большую часть мы сталкиваемся с такими людьми, которые позволили выйти своим демонам наружу. А так несложно объяснить. Мне, человеку, который давно, сложно объяснить, почему. Меня удивляет, когда я вижу взрослых, молодых мужчин, которые остались, не ушли. Меня тоже это сильно удивляет. Не знаю. Время покажет, что они себя представляют. А вы знаете для себя відповідь, чому вы тут, вы особисто? Я очень часто говорю, когда разговариваю с людьми, что для меня сейчас самое важное – это перемога. До войны у меня был бизнес связан с добычей полезных ископаемых, так можно сказать. Я знаю, насколько богата Украина, насколько мы разнообразны, насколько у нас от гор до пустынь. И та свобода, которая у меня есть, которую это государство мне дает, из-за этого, наверное. У меня родились здесь дети. У меня живут мои родственники здесь. Что для вас будет означать перемога Украины в войне? Я не про те, про її значення, а як воно виглядає? Тобто, що фізично означає, от ми перемогли? Ми станемо сильним государством і ми теж почнемо розпространяти свої ідеї. Ідеї
свободы, объединения. Для меня это путь вперед. Я не знаю, как это объяснить словами. Это такой сложный вопрос. На него сложно ответить. Мы станем будущим. Майбутнім для кого? Для всей Земли. Я думаю, что здесь начнется новый цивилизационный цикл, когда человечество начнет наконец-то понимать, что конкуренция военная – это не двигатель прогресса. Это большой шаг назад. Это надо понять уже, наверное. И многие государства это понимают. Границы, условности, привязанность к какому-то странному прошлому. Для меня противник наш – это варвар, который не может сделать шаг вперед. Он боится. Он из-за этого и нападает. Это просто страх. Страх не пройти в будущее. И для меня Украина – это новый виток в истории человечества. А Россия тоді, де її місце? Для мене ця територія це просто це прошлое. Вони називають цю територію ще так. Я думаю, це буде огромна територія, яка буде заново себе искати. Там багато народів, які були туди втягнуті недобровольно. Вони повернуться до своїм історичним корням. Им тоже придется заново строить себя. Якщо ми говоримо про народи, український народ, а російський народ, от про російський завжди казали, що це сильний войовничий імперський народ, а український – це народ хліборобів, який не любить воювати, воює тільки-тільки, якщо нападають, а загарбницьких воїн ми не ведемо. Що б ви зараз сказали, от характеристика української нації і російської? Мы это доказываем в бою. Наши действия, наши победы говорят о нашем характере, о нашем народе. История, время покажет, кто есть кто. Но у нас мы тоже разделяем понятие военный и воин. В России военные, а у нас воины. Это определяет нас. Что такое воин для вас? Преодоление собственных страхов. Возможность идти вперед. И ты каждый раз, когда идешь в бой, ты понимаешь, что может произойти, потому что ты это видишь. Несмотря ни на что, идем вперед. Тоже страшно. Потому что твой мозг понимает, ты видишь эту реальность. Сложно понять мотивацию, которая тебя толкает вперед. Все пытаются по-разному объяснить, но я до сих пор не могу ответа найти. Что заставляет нас идти вперед? Это очень сложный вопрос. Но когда я смотрю, как люди идут вперед, особенно люди, которые никогда не занимались военным делом вообще, они первый раз в жизни взяли в руки оружие. И их проявление во время боя это, ну там, это я не знаю, это наверное, чудо какое-то. И тут не дело там, как определяет нас кто-то, там, хлеборобы или еще кто-то. Да, среди нас есть люди, которые занимались разными профессиями в жизни. И когда смотришь, как он ведет себя в бою, как его психика с этим справляется, как он мотивированно идет вперед. И потом, выходя из боя, это тяжелый стресс. Нормально возвращаемся, помылись, постирались. Готовимся к новому. Спокойно. Готовимся к новому бою. Ну, тоді буде фінальне запитання, таке філософське. Ернест Гемінгвей, який належить сам до так званого втраченого покоління, Lost Generation,
він формулював про те, що люди, які пройшли війну, вони не змогли з неї так ніколи і повернутися. На них випали нещастя, Перша світова війна, війна громадянська в Іспанії, Друга світова війна. Чи зможе покоління українських воїнів повернутися з війни, коли вона закінчиться? Це все буде залежати від тої ідеї, яка буде держава потім розпространяти. У нас тяжелий період в нашій історії. Очень тяжелый. Но надо не забывать, что цивилизация идет вперед, интеллектуальный рост тоже идет вперед. Я думаю, мы с этим справимся. А территория, которая нас окружает, она ведь никуда не денется. Нам придется все равно держать войско свое, военных, и подготавливать будущих людей, как бы это ни звучало. Да, это тяжелый период, но противник наш никуда не денется. И мы это преодолеем. Тем более, то, как поддерживает наш весь мир нас поддерживает. Мы прекрасно понимаем, что мы идем в правильном направлении. И мы будем идти в цивилизацию. Дякую, Захар, дякую.